вечер, дорогие аргеевцы! Для меня Молдова, Республика Молдова, давно уже, и в особенности город Аргеев, давно уже стали родным домом, новым домом. А вы все большой семьей, которая находится и в радости, и в горе рядом с нами. Сегодня я имею честь участвовать в открытии обновленного парка «Иванос». Мне это очень приятно. Над проектом реконструкции, который всей душой работал мой супруг Илон Шор. Спасибо. К сожалению, сегодня он не может быть рядом с нами, но он гордится тем, что является примаром города Аргеева. И стремится изменить жизнь в городе Аргеева к лучшему. Дорогие аргеевцы, я безумно тронута тем, что вы так поддерживаете моего супруга. Ваша поддержка очень важна. Ваша поддержка придает ему силы и энергии для борьбы и для того, чтобы сделать город Аргеев самым красивым, самыми счастливыми людьми. В честь Дня Независимости хочу пожелать вам всем, дорогие мои, удачи, успехов, светлого будущего. И помните о том, что наша семья всегда рядом, а значит, мы сила. Ура! С праздником! Спасибо вам большое!